Всем добрый день, друзья, на связи Денис Телегин. Сейчас мы будем делать ремонт санузла по нашему индивидуальному дизайн-проекту. То есть мы сделали проект санузла и по нему сейчас будем выполнять работу. В этом проекте у нас есть все. Есть четкие размеры, есть развертка стен, где указано, как раскладывается плитка, высота сантехники, где будет располагаться душевая кабина, где будет мойдодыр, где будет душевой шкаф и так далее. Плюс у нас есть 3D-визуализация, чтобы заказчик мог представить, как этот санузел будет выглядеть на финале. Ну а в конце работы мы сравним, насколько реальная готовая работа совпадет с 3D-визуализацией. Первый этап ремонта санузла – это выравнивание стен. Обычно стены штукатурятся по маякам, и углы обязательно выводятся под 90 градусов. Используют цементную штукатурку, потому что она более влагостойкая. Но мы выложили нашу кабину из влагостойких позагребневых плит фирмы Knauf. И у нас уже углы под 90 градусов, поэтому штукатурить стены нам не надо. Мы приступим сразу ко второму этапу, это монтаж сантехники. В этом видео я расскажу о том, какие трубы лучше использовать для холодной и горячей воды. Ну а в следующем видео расскажу о том, какие трубы лучше использовать для канализации и как вообще канализацию лучше провести. Обычно для холодного и горячего водоснабжения используют трубы либо из сшитого полиэтилена фирмы Rehau, либо трубы из сварного паяного полипропилена. Мы обычно пользуемся трубами Rehau и сейчас расскажу по каким причинам. Мы обычно пользуемся трубами Rehau Stabil. Эта труба дублирована слоем алюминия и напоминает металлопласт. То есть она легко сгибается под любым углом и сохраняет свою форму. То есть с ней легко и удобно работать. Самая лучшая система горячего и холодного водоснабжения – это коллекторная система, когда есть раздаточный коллектор, и от этого коллектора к каждому источнику идет отдельная выделенная линия, отдельная труба. Металлопласт идет в рулонах по 100 метров, поэтому не имеет соединений. То есть мы можем напрямую на любое расстояние от коллектора до источника потребления пустить цельную трубу. И соединение у нас будет только на входе и на выходе. А за счет того, что эта труба сгибается, держит свою форму, мы можем обойтись без соединительных уголков. Так как мы будем прятать трубы горячего и холодного водоснабжения и канализации в штробах, в позагребневых плитах, то трубу Rehau мы обязательно оденем вот такой вот утеплитель. Для чего он нужен? Если, к примеру, мы замуровываем трубу Rehau без утеплителя, скажем, когда мы штробим бетон, труба без утеплителя, она меньше, соответственно, и штроба делается меньше, меньше работы, то у нас может произойти следующее. Труба будет полностью замоналичена в стене, и она может разорваться. Почему? Потому что труба имеет свойство сужаться и расширяться. Так же, в принципе, как и полипропиленовая труба. То есть она своего рода дышит. Если она полностью замурована, то есть, повторюсь, есть риск того, что ее может разорвать. Если она находится в таком утеплителе, то она имеет свойство двигаться. Утеплитель дает ей такую возможность. Ну и плюс это защита от конденсата. А так как утеплитель имеет два цвета, синий и красный, мы можем легко определить, где горячая вода, а где холодная. Труба Rehau имеет еще один плюс. Самое слабое и уязвимое звено в горячем и холодном водоснабжении – это гибкая подводка. Такой подводкой обычно подключает унитаз, инсталляцию или даже соединяет между собой два участка труб, скажем, металлических или полипропиленовых, когда нет возможности соединить их жестко. Внутри такой подводки резиновый шланг, а сверху металлическая оплетка для защиты. Со временем резина разрушается и при высоком давлении такие гибкие подводки разрывает. Мы эти подводки заменяем трубой Rehau. Отрезаем необходимую длину, с двух концов опрессовываем накидные гайки, и у нас получается аналог гибкой подводки, только более надежный. Я вкратце рассказал, почему при устройстве горячего и холодного водоснабжения, а также отопления, мы выбираем трубу Rehau Stabil. Сейчас мы делаем штробы в позагребневых блоках, а завтра у нас приедет с другого объекта опрессовочный аппарат, и перед тем, как начать резать цельную бухту на определенные куски, мы эту бухту полностью опрессуем, чтобы быть уверенным, что у нас все нормально, и чтобы мы отвечали за качество своих работ. Ну а на этом все. Смотрите мои другие ролики и подписывайтесь на мой канал.